Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Соединение всех Господу помолимся. О святим храме, всем и с верой, благоговением и страхом Божий, ходящий клонь, Господу помолимся. О Господине, Отце блаженнейшем патриархе Феофиле, и о великом Господине, и Отце нашем святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Венедикте, и о святейшем Отце нашем священном архимандрите Васиане, и с ним пресвитель своего пресвитериарху, он сел всем пречьте, и люди Господу помолимся. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, Боже Твоей благодати, пресвятую и пречистую, преблагословенную, славную, Владычную нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, это благо человека, любец Бог, еси и тебе, славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. قبل أن يأتي الإيمان كنا محفوظين تحت الناموس مغلقا علينا الإيمان الذي كان مسمعا إعلانه فالناموس إذا كان مؤدبا لنا يرشدنا المسيح لكي يتبرر بالإيمان فبعد أن جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب لأن جميعكم أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع لأن
Έξαρτα Λουκάνα, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Δόσπομε. Του καιρό εκείνου εισήλθεν ο Ιησούς, ειστόμεν την γην είδε της ονόματι Μάρτα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή χαρούμενη Μαρία, και παρακαθίσασε παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Ιδέ Μάρτα, περί εσπάτω, περί πολλήν διακονία, επιστάσα δε είπε, Κύριε ου μέλης. قل لا تساعدني فجاب سوق لها مرثى مرثى انك مهتمة طلب في امور كثيرة وانما الحاجة الى واحدة حاجت لك يا رب المجد لا ودمت في صدق ايوان كريشتيني سواتك قصد سواتي بي Христово Рождество Сице Беобручение у Вовышей Матери Его Марии Иосифове, прежде даже не сидите Ему, вреди все имущи, в чреве Духа Святой Иосиф же муж, и я праведец, и не хотя я обличите его, скоти, дай, пустите его, сия же ему помыслившуюся ангел Господень, во сне висе ему глаголя, Иосиф и сын Давидов, не убойся, приятий Мариам, жены твоя, родшиеся в ней Духа и свята, роди же Сын и наречешь имя Ему Иисус, Той Бог спасет люди свои от грехи, сие же все быть, да сбудется реченное от Господа пророком глаголющим, все девы во чреве примет и роди Сына, и нарекут имя Ему Иммануил, еже есть сказай Ему с нами Бога, восстав же Иосифа с нас, утвори, як уже повели Ему ангел Господень, и прият жену свою, и знаешь ее, гонде же роди сына своего первенца, и наречи имя ему Иисус. Всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков.